Итак, ребята, всем привет! Сегодня будет новое крутое видео. Обязательно досмотрите до конца, ведь я очень старался над этим видео. Ладно, поддержи меня лайком. А мы погнали. Итак, ребята, я думаю, вы уже давно должны были заметить то, что нельзя поменять пароль на аккаунте. И также пропал рейтинг в вкладке «Более». Ну а сейчас вы спуститесь под комментарии вниз и напишите, как вы думаете, БГ могли бы взломать? Но я начал часто замечать то, что БГ-туберы в своих сообществах и, ну, даже мне в ЛС начали писать то, что БГ взломали. Мой друг Адам написал мне в ЛС то, что БГ закрываю. Сейчас я прикреплю пруфы. Вот наша с ним мини-переписка, то, что он мне написал БГ закрывают. Также солдаты БГ, такой БГ-тубер есть в сообществе, у себя написал то, что Авангард, я хз, ну такой клан, наверное, был, что ли. Его взломали, вот этот клан взломали, типа. Я сам не понимал, что происходит, и походу и правду БГ взломали. И я заметил, часто начали проходить технические обслуживания. И из-за этого могли бы что-то менять там разрабы. Ну, опять, как и раньше были технические обслуживания. Ну, тем более по чатам начали спамить, что появился какой-то новый взломщик. Там какой-то еще украинский взломщик появился. Вот это да. Очень много взломщиков опять. Еще я вообще слушал, что какая-то девочка-супер-взломщик появилась, которая взломала целый один клан 9 уровня, который ей просто отдали. Но все-таки появились слухи, то что она его сломала. Так что итог. Не надо распространять ложную информацию в чатах, да и в сообществах на ютубе, ну и где там. Ну короче, вот еще иногда бывали то, что люди, ну типа, распространяли информацию тоже ложную какую-то. Ну типа уже не про взломы, а про каких-то тупорылых детей, которые просто говорят то, что можно, если ты, например, распространишь эту информацию 20 раз по чатам, ну 20 чатов, 20 игрокам, 20 твоим друзьям, то тебе дадут целый Galaxy скин. И тебе, конечно же, на почту придет 8400 тысяч. Итог. Опять же таки итог. Не распространяйте эту информацию. Это ложно. Это ложно просто, ребят. Ладно. А с вами, как обычно, Паулин. И всем пока.